Салют, сейчас вы увидите реакции, которые не вошли в основной выпуск на канале Хижина Музыканта. Его можете посмотреть по ссылочке в описании, он получился вот такенным. Это совместная чат-рулетка с Ромой Конограем, поэтому ставьте лайк, усаживайтесь поудобнее и погнали смотреть. Беседа. Опять вы что, уже в туалет переместились, что ли? Да. Ага, да, погоди. Тиктоки записывают, кто быстрее пописывает. А давайте реально тикток снимем. Мы вот тут небольшой ансамбль сколотили. Сейчас мы сыграем вам песню, а вы станцуете, да? Хорошая идея. У ночного огня под холодной луной ты не верила мне прошлогодней зимой. Я тебя целовал у ночного огня, я тебе подарил половинку себя, половинку себя. Классно же, согласись. Эй, куда? Ну не переключай, руки убрала. Слушай, а вы можете камеру разместить где-нибудь уже внутри писсуара? Зачем? Ну ладно, подожди. Да он просто мне говорит, тут эту штуку куда-то надо... Давай сюда попробуем. Сейчас прозвучит ваша любимая песня, погодите, не переключайте. Смотри, такая... Дал? Эй, я не понимаю ничего из того, что чувствую сейчас, проводив тебя в последний раз. И пропадать в миллионах навек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. И пропадает в миллионах навек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. С кайфом пописала та девчонка вроде, да? Да. Ребята, возможно, многие из вас не знают, но у нас есть свое комьюнити, сообщество ВКонтакте, куда и вы можете вступить, ссылочка будет в описании. В нем вы найдете мемчики, которые поднимут вам настроение, а не на тему гитары, музыки и баяна. А также в этой группе вы можете разместить свои каверы, разученные по моим видеоразборам. Еще много всего интересного, ссылочка в описании, подписывайтесь. Оба, а что это мы тут делаем? Оба, сыграйте, 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 я их знаю, один ютубер. Где? Вот как. Вон тот вот с гитарой, который сидит. Ты что, ютубер? Я его видела где-то. Где-то видела. Нифига, мой друг популярный, оказывается, да? Вот это прикол! Нет. Видео Акстар. Это не Акстар. Акстар я даже знаю. Похоже очень. Да ты на Акстара похож. Акстара? Не-не-не-не-не. Пацан, который недавно снимался с ним. Не похож ты чё, какой уж из него, блин. Мне кажется, этот парень намного круче, чем вот того, кого вы описывали, играет. Сейчас он вам покажет. Никакой давайте проверим. Акстар не нужен, вот сейчас сыграет Андрей. Давайте посмотрим. Ну-ка, Андрей, давай. Играйте. Чё, сразу я, что ли, должен? Давай, покажи мастер-класс, пусть этот всяких блогеров не смотрит там, которые там миллионы просмотров. Играть не умеет, а миллионы просмотров. Сыграй нормальное музло. Давай. Холодный ветер ждем, силился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Сыграйте по-нормальному, пожалуйста. Он сразу хорошо сыграл, что ты? Что ты издеваешься над парнем? Я честно, сыграйте, пожалуйста, хорошо. Дайте мне первую. Давай. Любишь сиську? Ставь лайк. 3, 4.
Нормально? Это круто, это очень круто, вы крутые, мы вас очень сильно любим, это супер просто. Начинайте. Четко? Я сам охерел, честно говоря. Ты уже в голове. Давайте что-нибудь хорошее. Number one, все. Ну сыграйте что-нибудь интересное. Давай. Вау! Давай, влупи что-нибудь красивое девчонкам. Нормальное, мочи. Шаловливое, что ли? Нет, то, чтобы такое мощное прям. Что ты как херню какую-то всё время? Что тебе не нравится? Ты можешь нормально играть? Ты даже играть не умеешь. Возьми вот здесь аккорд. Сейчас, погоди, я нормально его научу. Вот здесь аккорд возьми. Ну или вот здесь одно и то же. Вот, давай что-нибудь нормальное, народное. Красивое сыграй. Что-то такое. Сейчас за мной следуй. Давай. Давай. Малолетние шалавы на тусовку собрали, мнутся на ногах костлявы, все изрядно нажрались. Вы классные пацаны, кстати. А вы что, в больнице, что ли? Да, представляешь, что ты уже, да, короче, палата там, все дела, да? А, вот бы вам... потолок. Да не, просто на больнице чуть-чуть похоже. А, молодец. Не стесняешься, ты тоже можешь приколоть. Ну да, типа того. Не, я рада, что короче, хоть один смелый нашелся, так как мы постоянно там чуть-чуть наливаем. А мы сегодня песни поем. Давай, наливай, короче, молодой. Ты со мной, забудь обо всем, эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. На сахарной сигаре ты уйдешь, когда станет рассвет, и следы на постели на поле прошли.